хотя кто-то лыжник шел, тоже пытался. След тут просто квадроцикл. Придется пробивать. Дошли до лыжни основной. Бежали.
О, только я хотел сказать, что тут, как обычно, надо прислоняться. И вот вылетело. Вот так вот. Фу-фу-фу. Ну вот, бывают веточки. Ничего страшного. Защита есть. Так, фильтры тоже возьму. Это сигнал, что стоило без этих фильтриков поехать. Вот чуть не рассчитал, видите, как бывает, задумался и ударился. Ну ничего. Подумаешь. Так, надо, чтобы они царапались, один сюда убрать. Кармашек, а другой здесь. Сюда. Лучше таким образом. Вот эта ветка злополучная. Вот здесь вот я наклонился, а вот эту какая-то. Так. Прошу прощения, если был шум. Здесь оглушил я камеру у вас. Так, ну все нормально. Вода влажная, я имею в виду. Я как раз хотел сказать, что вот здесь я, как всегда, сейчас скажу, что много приходится наклоняться. И вот как раз это озвучить. Дерево красивое, серое, как будто его человек выбирает. Так. Сейчас, главное, что мне плохо. Стеклышко. Сложно искать стеклышко. Сейчас я пока выключу.